Друзья, всем привет! Для многих наверняка знакомый вариант холостяцкого мужского блюда, но пусть будет. Первым делом открываем баночку пенного. Так, и погнали на кухню. Картофель чистим, моем, ну все как обычно. Вот так вот нарезаем на несколько частей, отправляем в кастрюлю. Всыпаем соль, кидаем пару лавровых листьев, вливаем воду, чтобы покрывало картофель. Ставим на плиту, доводим до кипения, убавляем огонь до среднего, варим 20 минут. Отдыхаем. С готовой картошки сливаем отвар. Берем толкушку, разминаем все это дело в пюре. Добавляем теплое молоко и подтаявшее сливочное масло. Лук чистим и нарезаем полукольцами. Открываем банку тушенки, жир снимаем и отправляем на сковороду. Растапливаем, отправляем сюда лук, обжариваем, затем отправляем сюда и тушенку. Готовим 1-2 минуты. Выкладываем тушенку в пюре, перемешиваем. Подаем на стол. На хлеб намазываем свежую горчичку, открываем соленье и вкушаем. Приятного аппетита!